Красильникова. 6 из его 8 русских песен для оркестра и заведующих инструментов. Нужно сказать, что кроме того, что Игорь Красильников композитор очень известный московский, он еще и доктор педагогических наук. И он очень много делает для того, чтобы пропагандировать электромузыкальные инструменты, в частности синтезатор. Благодаря его усилиям, наверное, скоро вся Россия заиграет на синтезаторах. Ну, а с нашим оркестром, с академическим оркестром музыкальных инструментов, его связывает давняя музыческая дружба, а оркестр имеет такие свойства русских народных инструментов, что с ним хорошо сочетаются любые инструменты. Вот вы сейчас вот услышите. На синтезаторе будет Сара Клейдер. Она учится в школе имени Ракова у Ольги Александровны Гущиной. Прозвучат 3 из 8 русских песен для оркестра. Среди тонкая рябина, среди дальше ровная и светит.